Здорово, народ, с вами, как обычно, Флоги, находимся на Amazing Online, и это будни ФСБ. Итак, это уже 16-я часть будни ФСБ на Амазинге. Ну и судя по лайкам, также просмотрам, я вижу то, что серии вам нравятся, поэтому я снимать их, стараюсь выпускать как можно чаще. Ну и за это, ребята, я попрошу вас поставить лайк, подписаться на мой канал и написать комментарий для продвижения этого ролика. Но скачать Amazing, если что, можно по моей ссылке в описании, там скачивайте, устанавливайте, заходите только на Azure сервер, потому что играю я на нем, там проходите регистрацию, ну а после нее заходите в меню, промокод, указать промокод друга ютубера и указывайте мой промокод Флоди. Ведь на 5 уровне ты получишь 100 тысяч игровой валюты, а на 10 получишь 200 тысяч игровой валюты. Также вводя мой промокод, ты поддерживаешь и меня. Но я больше не буду задерживать, заварьте себе чай, берите бутеры, печеньки, а мы погнали. Собственно, сегодня у нас будут будни ФСБ, к сожалению, без Максима, потому что по определенным причинам он не смог вот как бы записывать сегодня со мной. Конечно, если эту серию я буду записывать несколько дней, потому что может быть такое то, что одна серийка будни ФСБ записывается там несколько дней подряд, потому что в один день нету вообще никакого контента, во второй есть, но очень мало, то есть там всяких интересных моментов, которые пойдут на серийку прям целую, чтобы там хотя бы 10 минут было. Ну, короче, не знаю, посмотрим, может быть, сегодня мы будем одни. В целом все, будем давайте начинать, кого-то отмечать, у нас здесь, да-да-да, как обычно, только 3 человека, Франческо, Вике, давайте за ним, что ли, поедем, хотя не, он далеко прям. Мерчик, Legendary тоже далеко. Блин, а почему они все так далеко, я не понял. Похоже, я реально буду сейчас записывать эту серийку несколько дней, да? Потому что, ну, кстати, Димон какой-то, Варкутинский, поехали за ним, 1700 метров был. А, вот он едет, да? А, так вот он у нас на велике, серьезно? Обочи, не прижимаемся. А, я еще пред, кстати, не заготовил. А, он что, у нас по полям сейчас? А, нет, не по полям. Ой-ой-ой, чуть не врезался в грузовика. Ну да. В принципе, как я думал, он у нас ушел просто по полям. Типа, смысла за ним нету ехать, потому что он на велосипеде, а велосипед, ну, он может так вот просто подпрыгнуть через забор, да и все. Вильямс Вага, чей 140. Все, останавливаемся, к обочине прижимаемся. Все, на месте стоим, на месте. Так, все, я его запаковал, не сопротивляюсь. Ну и отлично. Так, я так понимаю, он сейчас спасается у нас опять на переднее сиденье автомобиля. Открыв дверь переднюю, открыв дверь служебного автомобиля, посадил преступника на переднее, короче, сиденье автомобиля. Мои отыгровки very well, согласен, пацаны. Документы, ну давай, показывай. Он не сопротивлялся, типа, типок у нас хороший. Сейчас посмотрим, что у него вообще там по розыску, сколько у него там звезд. И может быть даже сокращу ему срок немножечко. Так, незаконопослушность 100, но что-то он как-то странно, типа, вот, кто-то я за законопослушность. Так, еще трудовая книжка, зачем? А, так вы в правительстве работаете, да? А что же вы тогда в розыске делаете? Ну хорошо, начальству вашему не буду говорить ничего. Бланки о задержании гражданина находятся в бардачке. Открыл бардачок, достал бланки о задержании, затем вызвал дежурного операции и передал задержанного дежурному. Все, арестовать игрока. Ну я еще, кстати, премию получил, 5000, что достаточно мало на Амазинге, но все равно, типа, приятно. Ну что, всем здорово, что вы скучали, конечно же нет. Ну, конечно, да, же, вот, с тобой короче, все скучали вообще-то. Вот, короче, да. Он меня заставил играть и сказал, что подарит мне 2 миллиона. И Rolls-Royce в реальной жизни. Ну, естественно, это все шутка, тем более в реальной жизни я тебе ничего не подарю. Ну, короче, собственно, будем сейчас продолжать с Максимом. Но только перед этим мы сейчас должны поехать заправиться, потому что бензинчика очень мало. А еще там, там кап, кстати, который будет нам очень сильно мешать в поимке преступников, потому что, когда капты, там очень много всяких хоть и нарушителей, но мы не можем за ним ехать, потому что, увы, капт. А у этих что тут? У депосов что то? Приходи, проверим. Ого, у них тут Макларен. Ну давай, остановимся все равно там по розыску. Остановим багажник. Здравия желаю. Здравия желаю. Что у вас тут? Да вот какой-то ненормальный. Попрошу отъехать, он не отъезжает. Создает помеху. Как вы вообще общаетесь с сотрудником полиции? Документики свои передаем сотруднику ГИБДД. А, просто проверка наличия штрафа. Также вас просто вот попросил человек передать документ. Точнее, сотрудник. А эту статью можно открыть в форуме их? У меня где-то были записаны вроде бы на старом телефоне в заметках статьи. Вот тут мы их когда-то писали. Я ему отказал просьбе.
Но по какой причине вы отказали? Когда будете задержаны за неподчинение сотруднику полиции при исполнении. Мне кажется, но он сейчас просто нас так душит, а потом уедет. А, он уехал, да. И чё он? А чё, куда? Иди сюда. А куда сюда? Куда уехали? Открой огонь, если начнёт уезжать. Да не, он на тротуар просто уехал. Нет, если начнёт уезжать. Ну слушай, это какой-то жесткий тип, типа такой душнило, который шарит за правила, а мы такие вот не шарим, он из Беларуси, я понимаю, там по номерам, тем более у него вот такая вот машинка, типа. А сотрудник ФСБ, разрешите идти? Разрешаю. Давай тоже поедем, короче, не хочу просто, чтобы потом нас жалобы залили. Очень сложный тип, я с такими не очень хочу общаться. Парни, можете пустить погреться, пожалуйста? Давай его пустим погреться. Большое дружище, вообще спасаешь. Шампур какой-то есть, знаешь что? Шампур. Шампурчик. Он у нас в Батырево, да? Да-да-да, он в Батырево. Поехали за ним, наверное. Ой, так, все, народ. Наконец-то какого-то неопгшника нашли. Уйди с дороги! ФСБшники едут. Ну, я так понимаю, мне пизда, да? Ну, и типа... Да, чувак, мы тебя в лес везем. Так, а смысла, бля, у меня нихуя нет. Ну, ничего, на органы тебя сдадим. Бля, это нормальная тема. Можешь со мной поделиться, нахуй? Да ладно, чё, мы вообще за преступниками ездим. Так, Шампур де Варн, он у нас уже 1100 метров от нас. Надеюсь, сейчас мы его сможем донать, пожалуйста. Я хочу донать. Давно вообще играете? Еще раз? Давно играете? С самого открытия, представь. Ладно, это еще раз. Ладно, шучу. Бля, я часик назад зашел. А вот, кстати, здесь знаешь что? Здесь подмога, слышишь? Здесь подмога. Тут наших тулят, наших тулят. Вот вот этот вот тип, который сейчас не хопит. Наших тулят, наших. А, меня стреляют. Ну вы стреляйте, как я здесь подожду. Да-да-да, конечно. А мне это за что, пизда? Там типа нашего еще гасит. Давай-давай-давай. Ну, залетай. Да сколько у него хп? Алло, я же его убил уже, по факту. А, все, он уже умер, скорее всего. Умер? Да, он в ФК ушел. Да, да. Да-да-да, все, он умер. Мы так, давай в тачку, давай в тачку, давай в тачку. Так, только что небольшая такая перестрелочка была. Этот Шампурчик у нас. А он, походу, как раз таки этот и был, хотя нет. Шампурчик пропал наш. Пропал, пропал. Ё-мью, кони полностью вынесли. Ничего, несу в компот. Так, сейчас давай за Володя Дистрикс каким-то поедем. Это ОПГшник, который у нас был, но капту. Мы кого-то только что опасного перца туда захуярили. Да-да-да-да. Мы ж опаснее ОПГ. Минуту. Нихуя себе. Это минуту. Как, блядь? А это... Ну я это не видел, правильно? Тихо-тихо. Да, тихо. Так, смотри. А вот этот Володька. Вы что так въебались, слышите, блядь? Это что было такое? Вот... Ваш пациент, если что, умрет. Ну как бы да. Так, все. Остановочку делай. Блядь. Я вас понял, блядь. Ну как бы умрет, ну это не наша проблема. Смерти. Да это ваша проблема, он у вас на заднем сиденье шприцом укалится. Ну блин, мы не можем ему аптечку передать, вот инфа, у него слишком маленький уровень. Так идите купите с ним аптечку, у вас машины есть, у него нету. Тебе надо аптечка. Тебе надо аптечка. На этим я не знаю. Денег дам от тебя. Ну или просто так, типа, проживешь, может быть, еще. А вы думаете, он добежит? Да. Ты уверен? Да. Его КамАЗ собьёт, он умрёт. Тихо-тихо, ничего вы с ней говорите. Не, КамАЗов я боюсь. А я еще сознание периодически теряю, вообще пипец. Чувак, я тебе скажу так, если ты умрёшь, то ты плохой. Нихуя себе. А, стоп, так зачем мы сюда приехали, этот? А так ты в русский чувак у нас. Ну, типа, ну. Там не обессудь как бы. Так я каптер, у меня за добивание. А чё, сейчас кап, что ли? Вы можете посадить, но за добивание это системно выдается, это снимает вообще админы. То есть вы меня посадите и меня просто отпустят. Поэтому лучше не стоит. Ну это просто добивание. Ну там премию как бы нам дадут, вот мы ему купим. А не надо, а не надо. А давай. А не надо. Сейчас надо. Как бы, ну. Давай. Что тебе? Не сразу, мне нужно будет ждать админа. Да админы есть, конечно же. А нету нихуя, я проверял. Меня даже да нет, есть. Они обязаны. Есть. Ладно, короче, ладно. Поехали, Гоги. Погнали, тебя завезу до этого. Это ваша типа собачка? Погнали. А мы его подобрали, чтобы ты понял. О, всего хорошего вам этого, хорошего вам службы, давайте удачи. Не, смешно, типа... Ой! Это погожники, да? Ой, я что-то... Чуть своего не убил, как ты мог. Ой, извиняюсь. Так, Гоги, живи, пожалуйста, брат.
Да, пожалуйста. Я живу, живу. Давай, давай, мы тебе верим. Погнали нам Гоги. А где Гоги? Он умер! Он умер! Гоги умер. Гоги, была очень хорошая жизнь. Мы его пустили в нашу машину, мы его согрели. Ну, прожил, как бы, не очень много. К сожалению, мы не успели доехать до аптеки буквально метров 250-300, где-то так. Ну, он прожил. Я думаю, достойную жизнь, он у нас согрелся в машине. Вот. Он побывал в машине ФСБ, это уже. Да, он побывал с нами на перестрелках, его там подстрелили. Ну ничего, то есть он все равно как прожил интересную, как бы, жизнь такого вот небольшого бомжа на Amazing Roleplay Азурчик. Помянем. Ну в целом все, короче, помянем Гогу. Артем Кругин, да, кстати, не очень даешь далеко. А его ТПС уже задержал. Чома? А, да. Так, 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 на месте стоим, так, этого отдаем нам. Высаживайте, да? Мы сейчас его заберем, короче, да, в отделение. А смотри, граждане, это, сотрудники военслужбы, без паспорта. Слушай. А смотри, граждане, данный гражданин еще нас оскорбил. Хорошо, будут приняты меры. А мы его еще возьмем, еще его возьмем, да, мы. Подождите, пожалуйста. У меня есть видеодоказательства, то, что я его никак оскорблял. Ну, можете на них подать жалобу на госпортал за то, что они вот вас, получается, объявили в розыск. За, то есть, как вы говорите, просто так. Так, все, получается, сейчас я его везу в отдел, посажу его по фасту, да, и все. Фракция, исполнить деятельность, арестовать игрока и заключить КПЗ. О! Чел, так я еще 17 косарей, типа, получил, ну, типа, ну. В этом транспортном средстве нет ли топлива. Спасибо, ну, короче, все. Будем на этом заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Конечно, мы не можем сейчас поездить, потому что машинка там нас заглохла, потому что бензина нету. Вот сейчас этого раба пошлю, пускай он вот сбегает до АЗС-ки кабанчиком. Ты что сказал, раба? Ну, ты раб пойдешь там и до АЗС-ки сбегаешь кабанчиком, возьмешь канистру там 20-литровую. В целом все, заходите, скачивайте Amazon по ссылке в описании, вводите мой промокод. И всем хорошего настроения, всем пока.